Меня зовут Ерлан Байбазаров, мне 24 года. Закончил я в прошлом году консерваторию, но по профессии домбрист. Я народник. Я пришел на проект, во-первых, чтобы ощутить атмосферу большой сцены и показать себя Дальназ, Нагиме и Александру Шевченко. Ассаламу алейкум. Добрый день, давай будем знакомиться. Как тебя зовут, откуда ты? Меня зовут Ерлан, я с города Алматы. Чури? Нет, не боюсь, но их мнение для меня очень важно, особенно для нас. Но мы готовы выслушать тебя. Que Dios me hace correrte para hacerme sufrir más. Y siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mi colegio. En tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor, la pasión. Но это чудесное исполнение, мне очень понравилось. Вот сегодня ты сделал первый шаг. Очень уверенно и очень красиво. Если хватит еще у тебя, в тебе запало на дальнейшие шаги, лично я буду за тебя очень рад. Сегодня это было классно. Спасибо большое. Ну, классно. Просто классно, Ерланчик. Ничего не могу сказать. Рахмет. Категорически хочу, чтобы мы проголосовали. Я говорю да. Категорически говорю да. Я говорю да. Среда, и ты проходишь на следующий год. Спасибо. Пока. Мои поздравления, Ерман. Ожидал сразу получить 3 да? Ну, я не ожидал. 3 да точно не ожидал. Ну, 2 да ожидал. Ну, ты получил 3, да, мы тебя поздравляем с твоим другом. Удачи и до встречи в следующем туре. Счастливо, давай. Сюда.